Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется «Поймай курицу», если сможешь. И мы с вами на 75 уровне. Давно я в нее не играл, я уже забыл, что, как и почему, какие здесь у нас, ребята, комбы есть. Так, ну что, у нас... Может быть, нам поменять? Так, секунду, давайте вот этого орка мы поменяем. На кого только я пока, честно говоря, не особо знаю. Давай-ка посмотрим вообще, кто у меня есть. Кто у меня есть? Так, ну это понятно. Это жители, это у нас гномы. Это эльфы, робопопки, орда. И особые какие-то. Хм. Если мы уберем орка, предположим, кого нам поставить тогда лучше? Эльф, он первого уровня, не стоит его брать. А что ты у нас делаешь, крутик Мэнни? Ага, он с пушки стреляет. Давай возьмем, наверное, его. Он какого? У нас второго уровня. Вот сюда мы его поставим. Как-то... Ах, подожди секунду. У нас еще здесь. У нас есть пираты и волшебство. Ага. Ладно, давай для начала вот этой командой попробуем поиграть. Так. Что у нас такое? Открой сразу. Бой. Так, это арена у нас, понятно. На арену я пока не пойду, ребят. Мне нужно проходить 75-ю миссию. Поехали. Так, ну что, ну как всегда, ребята, кузнец против кузнеца. И это я до сих пор еще помню. Вот так это все должно выглядеть. Давай вызовем лекаря. Вон он, ребята, Альфред. Я не знаю, что нам с ними делать. Попробуем вот так вот. Ого! А вот это было больно, если честно. Ладно, копим с вами энергию на стрелка. Давай попробуем так вот. Опа, мы минусанули ему стрелка, ребята. Так, ну-ка, обмен. Отлично, обменялись. Погоди-ка, я не хочу пока так делать. Слушай, мне нужен хиллер. Давай, выходи, друид. Он еще одного шамана вызвал. Ой, шамана, кузнеца. Ладно. Давай тогда тоже вызовем еще одного кузнеца, ребята. Ты смотри, что делает, а? Лечит! Так, тихо, тихо, кузнец, ты, пожалуйста, не балуй здесь. Давай-ка крота, пускай бомбит. О, а как он так быстро крота мне забомбил? Стрелок, понял. Вот это он меня сейчас подловил, ребята. Вот это он меня сейчас подловил. Есть, накрыли мы ему кузнеца. А этот будет сейчас стрелять по моему, ребята. Он его подбил. Он его подбил. Офигеть. Ладно, я, ребята, сдаваться не намерен. Просто пока я, ну, вспоминаю, что, куда и почему. Что и как играть надо, ребята. Знаешь, что кузнецы должны быть первыми. Дальше он вызывает своего Альфреда, да? Я вызываю Хила. Так, Альфред. Альфред, в принципе, ребята, ну, он не особо силен. Так, я понял. Так, давай, наверное, вызовем с вами... Нет, пока не будем никого вызывать. Ага, вот стрелок. Бомбим. Стрелок, говорю, ё-моё, ну что ты делаешь, а? Отлично. Так, уничтожаем, ребят, стрелков. Давай, 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 родной мой. Кузнеца подбили. Оу, шаман бомбит. Точнее, этот еще и бомбит сам по себе неплохо. Это классно, ребят. А ну-ка. Бумс. Готов, охламон. Давай, 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 кузнеца пробиваем, пробиваем. Есть, отлично, ребята. Возможно, мы сейчас его тут прижучим. Возможно, опять же повторю. Не факт, но попробуем. Так, вот этот вот чувачок мне не нужен там. Давай его уничтожать. Минус. Так, Альфреда подхилили. Вы поняли? Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Попался он, ребят, под удар. Давай, два шамана, бомбите. Отлично. Еще вызовем кузнеца с вами одного. Блин, да ты достал уже со своей хилкой с этой, а? А ну-ка, если я вот так сделаю. Он еще одного, ребята, Альфреда вызвал. Так, минус один.
Остается, значит, кузнец. Давай-ка вот так вот попробуем. Крот, стреляй. Слушай, а он далеко стреляет, между прочим, крот-то. Вы заметили? Так, мне нужен тоже стрелок. Давай так, вызовем. Бомбим того. Есть. Отлично. Так-так-так-так-так-так-так-так. Минус. Опс, хорошо, ребята, приголубили. Так, давай Альфреда и кузнеца попробуем сейчас. Ты смотри, что он там делает, ребята, а. Да ты достал, ну серьезно, он достался своим хилом уже. Хиляет и хиляет, хиляет и хиляет. И это без конца и края у него происходит все. Давай, Альфреда, минус. Кузнеца. Кузнеца сносим, есть. Альфредушка, привет. Так, он обороняется, ребята. Он не хочет просто так зваться. Стрелка вызвал, гад. Крота накрыл мне. Ну, я тогда тоже накрою ему стрелка. О, отлично. Оу, хе, кого там похилял? Время действовать, кричит этот охламон, да? Время действовать. Ладно, сейчас посмотрим, как мы будем тут, ребят, действовать. На, неплохо. Естественно, неплохо. Готов, ребят, мы его победили. И что же нам за это дадут? Ну-ка. Так, монетки. И опыт. А карточку? Во, бумзи. Обыкновенный. Ну что же, 75-я миссия пройдена. И мы с вами на 76-й. Смотрим, ребят, какие тут враги. Ого, у него торнадо. 7-го уровня вот этот чувачок. Хм. Ладно, поехали. Попробуем, ребята. Я не знаю, что делает торнадо. В первый раз вижу, на самом деле. Так, ну естественно, кузнец на кузнеца. Это как всегда, ребят, это классика жанра. Опачки. Щитоносец. Щитоносец, это, ребята, плохо. Что там за олух с топорами с такими выбежал? Так, давай. Кузнеца как будто и не бывало, ребят. А вот и торнадо. Нифига, вы поняли, что делает торнадо? Всех сдвигает, короче. Так скажем. Ну. Есть! Изи-катка. Тут по-другому не назовешь, ребят. Изи-катка вообще. Молодец вот этот чувачок. Гномик. Так, 6 монет. Плюс 20 опыта. И молниеносная буря. Так, и мы с вами получаем, ребята, 6 уровень. Так, у нас здоровье прибавляется на 105, и ресурсов дают нам еще 20 гемов. Ух. Так, 77-я миссия. Смотрим, ребята, кто здесь. Какой уровень? 11-й, 12-й. Вы вот сейчас вот издеваетесь надо мной, что ли? Дай-ка я поменяю противничка, ребят. Ну вот, совсем другой разговор. Второй уровень, второй, четвертый, шестой. Ребята, 10-го уровня у него дед-стрелок. Ладно, Ирак. Поехали, посмотрим, кто кого. Я не знаю, ребята, здесь. Ну, кузнецы у нас с ним одинаковые будут. Это понятное дело. Так, дальше мне интересно, кто. Что это за мамба? Понятно. Ах ты, лучник Купидоныч. Смотри, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что он делает, что он делает. Мне нужен мой, ребят, стрелок. Давай так вот. Ах ты, ты понял, что он сделал? Он его, ребята, магией подбил. А это что за фигня такая? Что это за хихикающая фигненция? Смотрите. Я не знаю, что она делает. Да ну! Фух, я уж думал, моего этого кузнеца к себе забрал. Блин, зачем я вызвал, когда там лежала кислотная лужа? Я не понимаю. Вот эта фигня мне не нравится. Она что-то... Что-то делает, непонятно что. Мне кажется, вот именно она забирает, как бы переманивает моих юнитов. Так... Хорошо. Давай. Ты что делаешь-то? Давай так попробуем. Блин, да жесть какая-то здесь происходит. Опять этот ураган. Мне хана, да, ребят? Мне тут будет сейчас хана. Что за отражение идет? Я не могу понять. Слушай, ну это... Я не понял, честно говоря. Все как-то произошло. Для меня вот здесь вот новые юниты. Поэтому да иди ты в пень. Поехали, я буду, ребят, бомбить. Как никогда. Я все равно должен справиться. Лучник 10 уровня бомбит просто с этого, ну, с той стороны экрана. Хорошо, я постараюсь. Я постараюсь, ребята, сейчас кое-что тут придумать. Давай вот так вот сделаем. Крот, бомби. И крот бомбит.
А если я вот так вот? Да что ж ты, кто ж тебя, не могу понять, переманивает-то? Давай, кислотная. Вон, ребята, я понял, кто вызывает кислотную фигню. Ого, смотри. Это что за бред? Откуда здесь зомби взялся? Ну-ка, кузнец, давай разберись-ка с этим охламоном. Так, отлично. Слушай, вот этот чувачок меня бесит. Серьезно вам говорю. Эй, хорош! Нет, ребят, не получается у меня, к сожалению, здесь сделать. Этот лучник меня еще раздражает. Серьезно вам говорю. Ху-ху-ху-ху-ху. Ладно. Очередная попытка провалилась. Поехали. Я одного не понял. Откуда у меня там зомби появился возле моего героя? Там обезьяна, которая вызывает кислоту. Это я точно знаю. А дальше-то как? Дальше-то что? Ну, попробуем. Так, лучников надо их уничтожать. Видите, что делает? Он сдвигает, ребята. Всех моих чувачков он просто сдвигает. Ага. Вот, вот, смотрите, видите, что происходит? Кислота. Лучше в этот момент не вызывать никого, потому что иначе он, ребята, будет помирать здесь. Так, стрелок. Купидоныча мы этого завалили. Блин, ну опять же, ребята, ничего тут хорошего не получается. Знаете, что я подумал? Нам, наверное, надо будет взять помимо вот этой вот волны еще и молнию. Давайте-ка мы с вами так, наверное, и сделаем. Иначе я просто не смогу его здесь победить. Так, и вместо, знаете, кого взять? Наверное, вместо крота. Мы вместо крота с вами возьмем молнию, да? А где у меня молния? Она где-то наверху. Вот так вот. Она у нас 7 уровня. Отлично. Вот этот, кстати, ханурик здесь, наверное, тоже нам не в тему. Подожди, мы что-то не так сделали. Мы должны... Эх, попутал. Слушай, а подожди, а где у меня... Знаете кто, ребята? У меня здесь был этот же. Робопопки. А если вот этого возьму, а? Вот сюда. Вот так вот попробуем. Тут, ребята, нужно, ну, все способы проверять, все проходить, я не знаю. Против определенной колоды свои, как говорится, нюансы. Давайте попробуем, что у нас здесь. Вот этот ураган, конечно, да, то, что он может всех моих юнитов переправить на ту сторону, это, конечно, жестко. Давай вот так вот. Так, молния, ребята, молния. Попробуем вот сюда бомбануть. Так, ну-ка, что у нас вот? Ты как-то мало наносишь урону, парень. Давай, кузнец на кузнеца, хорошо. Что же вот это за фигня делает, я не могу понять. А-а-а, травит, смотри, вот эта обезьяна, ребята, травит. А если мы вот так вот сделаем? Да что ж ты не вовремя-то как-то появился-то? И еще и ураганчик. И опять та же самая, ребята, схема. Ну? Слабые какие-то юниты, просто слабые. Все, опять расстреляют меня, да? Купидон этот достал. Давай попробуем вызвать кузнеца. А кто... А, ребята, лучник расстрелял. Опять у нас нифига не получилось здесь. Жесть какая-то, просто жесть. Со своим этим ураганом чертовым, а? Как же он так делает? Давай-ка вот так сделаем. Будем расстреливать. Что ты там? Что такое вот, ребят? Я не знаю, что это он делает там. Что это за фигня такая, а? Кто бы мне подсказал? Так, давай-ка, наверное, мы с вами вызовем кузнеца. Хорош тут, как говорится, рассусоливать. Да куда ты бьешь свою... Неужели этот Купидон, ребята, так делает, что... Наших этих... Кислота это не в тему тут вообще.
Все, опять, ребят, меня тут расстреляли, да, получается. Все из-за этого Купидона. Не могу, ребят, пройти, и все. Главные квесты. Получить 50 гемов. И все, да? Или что-то еще? Нет? Больше ничего нету? Ребят, я не знаю, может быть, поменять противника? Ну, давай поменяем. Что ж ты будешь делать? Ты посмотри, кого они мне дают, ребят. 11 уровень, 12. Как я здесь должен, извините меня, проходить? Ну вот как? Попробуем, короче, давайте вот в этом бою. Получится или нет, он 7 уровня еще к тому же. Что-то тут, ребята, баланса я не замечаю. Вам не кажется? Что это такое? Что это идет такое на меня? А? Ну, хотя бы так. Бум. Ну, подобьешь? Давай, 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 бомби. Давай вот так вот сделаем. Ну, эльф готов. Так, кузнец, давай, не подведи меня. Не подкачай. Так, хорошо. Тут всякая шелупень, ребята, лезет. Смотри. Ну, кузнец, ну пока он там, ребят, замахнется. Пока он сделает выстрел. Что? Что? Что тут происходит? Кузнец, давай. Давай, наяривай. Блин, ребят, меня тут... Сейчас, по-моему, придавят. Придавят или нет? Вон, смотри, эльф идет. Так, тут пока разбираемся, вроде бы, более-менее. Давай так сделаем. И вызовем вот эту вот штуку. Робопопку, блин. Но... Слабенькая она какая-то, это робопопка, если честно, ребят. Попробуем молнию сюда. Да ну, хорош. Давай, кузнец. Выручай, блин. Слушай, да он... Почему он без остановки, ребят, вызывает этих свои отряды? Просто без остановки. Вызывает и вызывает. Робопопку надо поменять, мне кажется. Это фигня полнейшая какая-то здесь. Вообще не в тему. Меня опять здесь накумарили, ребят. Очередная 121-я попытка. Поехали. Да, ребят, на самом деле вообще жесть какая-то. Но ничего не поделаешь. Ничего абсолютно не поделаешь с этим. Так, пускай бежит. Куда? Уничтожили, ну якобы, да? Мне нужен стрелок здесь. Мне, ребята, здесь нужен очень сильно стрелок. Пускай он стоит и бомбит. Как-то вот так должно все это выходить. Может быть, ребята, мы здесь с вами и пройдем. Хоть сколько-нибудь. Хоть сколько-нибудь пройдем или нет, а? Как думаете? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Воу, нифига там бабахает. Так, пупсы завалили. Давай вот эту вот установку. Бомбанули. Слушай, неужели продавили, ребята, а? Неужели мы их промяли? Я прям глазам своим не верю. Прям чудо какое-то. Давай, давай, главное не раскисать. Главное, чтобы все пошло как надо. Если хоть где-нибудь сейчас мы с вами раскиснем, будет полный трындец. Давай, 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 этого бандита, бандита бомбим. Отлично. Ух, волна, ребят, если что, я буду, ребят, бомбить сюда волной. Вот так вот. Есть! Неужели мы с вами прошли этот этап? Сколько попыток было, а, ребята? Не счесть. Так, 7 монет и 20 опыта. Оу, куронок обыкновенный. Спасибо за куронога, конечно. Так, и у нас, ребята, 78-я миссия. Ого. Какие тут у нас охламончики. Я не знаю, что это за печенька какая-то. Так, этот чувак у нас прокачанный. Ладно, ребят, давайте пробовать. Они довольно сильные здесь все. Ну, мы тоже с вами, наверное, не слабачки. Надеюсь. Что это такое? Что это за коняшки тут еще у нас такие, а? Ну? А что они делают? Я не понял. Бум. Давай вот так вот сделаем. Опа. Ага. Палач. С пушкой. Твою ж дивизию, что он делает, а, ребят? Не-не-не-не-не. Оп. Молодцы, хотя бы так. Хотя бы, ребята, так. Хильте мне, хильте этого палача, как сказать. Кузнеца. Бесполезно, не получилось, ребят, к сожалению, у нас
Что же это за такие хмыреныши, а? Маленькие коняшки. Ну? Мы их не можем, ребята, пробить. Блин, с одной плюшки всех выносят. Ёлки-то палки. По-моему, ребята, мне здесь кронтарики. Меня здесь сейчас разберут. Уже разобрали. Так. Финиш какой-то. Просто финиш. Ладно, ребятули, давайте дальше продолжать с вами проходить этот уровень. Может быть, мы кого-то сможем с вами улучшить, а? Можем, например, вон. Нет, 350 монет, видите ли, нужно. Кстати, мы можем с вами сходить вот сюда, вот на арену. Событие, клановый сундук. Так, подожди, клановый сундук. Давай-ка вот здесь мы попробуем с вами. Ты не можешь получить новый сундук. Начни бой без него. В плане, я не могу. А почему не могу? Угу, понятно. Ну, давай, открою сразу. 72 монеты. Наивный Буба. Куранок обыкновенный. И почти ничтожный Джоу. Малобюджетный Тони. Вау. Толстопопка. Эпичный толстопопка, ребят. Я такого не знаю. Так, ну что, давай тогда вот этот мы с вами посмотрим. Открыть сколько? 6 гемов. Хорошо, я открываю сразу же его. Так, нам 19 монет выпало. Плюс Бумзи. Желтая Янси. Молниеносная буря. И электропопка. Вау, розовый Полли. Спасибо. Давай теперь здесь посмотрим. Подожди, в бой, да? А почему бы и нет? Давай, ребята, в бой подеремся. Мы же все равно с вами и получаем и опыт, и деньги, и ящички, и сундучки, точнее. Поэтому давайте-ка. Так, кузнец на кузнеца. Это само собой разумеющееся. Вызываем вот этого вот. Оп! Не вовремя, да? Ребят, не вовремя. Поэтому уничтожаем его там к ядрене фени. Ё-моё, бежит. Ну, попал под удар. По-моему, попал. Шаман. Ребята, кстати, шамана мне надо было взять. Вот что я сейчас вспомнил-то. Точно. У меня же есть шаман. А ну-ка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, Полли розовый, давай, бомби. Пич. Слушай, ну неплохо. Нам повесили замедление, мы двигаемся как улитка. Это все делает шаман. Собственные, блин, персоны. Я вызвал второго кузнеца. Накося. Так, ну на арене, ребят, как-то пошустрее, повеселее. Ну давай, 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 пробиваем, отлично, пробили. Вызываем еще одного с вами лекаря. И хана, по-моему, сейчас будет, ребят, кому-то здесь, а? Да. Подбили мы все-таки этого молодчагу. Победа, мои награды, ну, естественно, куча опыта. Кубки. И все, да, на этом. А сундук, сказали, шиш тебе, нет? Ребята, выдали мне все-таки сундучок. Ну, я открываю вот этот вот. Что же нам выпадет отсюда? 20 монет. Дымчатый попка. Опять куранок обыкновенный. Рабовладелец Мок. И все. Слушай, у нас с вами достаточно денег? Сколько? 177. То есть я не смогу, да, улучшить никого? Или смогу? Сколько нужно тебе? 350. 350 монет, представляешь? Кстати, да, я же хотел поменять, ребята, где у меня шаман? Давайте-ка поищем шамана. Вот он, шаман, ребята, и вот так вот мы с вами поменяем. Да, самое то, что нужно. А где тут деньги можно зарабатывать, а? Я вот не помню, где тут у нас можно заработать достаточное количество денег. Так, ну что, давай, наверное... Так, а тут-то у нас конец через 21 час 24 минуты. Вперед, спасти кого-то нужно, да? Ага, вот, смотрите-ка. 1500 монет, это если мы наберем с вами 20%. Ну что, в бой? Конечно, в бой. Что еще думать здесь? Ого. Ну, они первого уровня, поэтому для меня Гер Омлет. Сэр Гер Омлет. Прям такой, значит, немец. Гит. Давай вот. Я же сказал, давай. О. Так, кролик какой-то. Кролик-единорог. Ну, йо, просто ничего себе, он там, ребята, что-то делает. Так, а ты что там у нас? За дверью спрятался такой. Стоит, притулился. Так, бюджетный Тони. Серьезно, да, серьезно? Ребят, смотрите, этот Гер на чем сидит? На механической курице. Слушай, ну довольно прикольно сделано. Давайте его расстреливаем.
Бум, шалтай-болтай, упал, короче, он. Так, x2 энергии мне, что ли, дали? О, сундучки. Ребят, 13 монет. Пузи обыкновенный и алкоголикс. Алкоголикс. Я только сейчас вспомнил, что его действительно, ребята, звать алкоголикс. В общем, 20% нам нужно набить, чтобы получить 1500 монет. А я думаю, что, ребята, это стоящие 1500 монет. Это все-таки хорошая сумма, и мы сможем проапать своих определенных персонажей. Идите вы в баню. Лезут тут мне еще. Давай, шаман, пошел, родной мой. Будем наяривать. Так, а что у него там за таймер? Что у него за таймер там идет? Я не знаю, ребят, но он настроен так враждебно. Так, давай, бомби. Отлично, шоколадно. Так, серьезно? Да. Гер Омлет, очень даже серьезно я подхожу к этому вопросу. Фига шаман бомбит, ребят, практически с другого конца экрана. Это круто. Ну, есть, опять он упал. Опять упал, но не разбился. А мы с вами по-прежнему получаем 12 монет и желтая Янси. И Куранок. Что же они мне так любят этого Куранога, ребята, давать? Ну что же, поехали сразу же в бой. Не будем, ребят, здесь долго рассусоливать. Будем бомбить до тех пор, пока мы с вами не заработаем 20%. Тихо. Куда ты бежишь? Ага, солидно. Так, а если я вот так жарю? А им пофиг, ребята. Им просто было пофиг. Смотрите, курица там выглядывает. Спрятались они, елки-палки, где здесь. О, отлично. Бюджетный Тони бежит. Он сейчас, ребят, получит свою. Оп, тихо. Тихо. Разогнался. Ты смотри. Что он тут начал делать, а? Офигеть, он разбуянился. О, крестьяшка, дрожащие ручки появился. Бюджетный Тони просто не добежал, ребят. Ну, бомби. А что такое? Почему? Такого не должно было быть. Ладно, давай вызовем еще шамана. Алкоголикса. Дед, успокойся. Так, разбомбил, молодец. Я не могу понять, почему у него там, ребята, время идет. С будильником с каким-то. А что так ускорить? В общем, тут, ребята, свои нюансы. Вы не забывайте, что каждый персонаж по прокачке определенного уровня получает специальные атаки. То есть у него есть стандартные, а потом еще суперские появляются. Так, ну что же, победа за нами, опять 12 монет, да? Ну, как обычно, по старинке. Дедок Аркинсон, то есть Паркинсона, так, и мистер Остроносый. Это эльфы у нас, раса, это я помню. Так, и у нас уже 8, ребят, процентов. 8. Так что уже скоро, ребят, мы с вами получим 1500 монет. И я прапаюсь от души. Так, что это за хламон? Я не знаю, ребят, давайте вот так вот под... А это еще ж... Что? Кто это так выбежал мне тоже? А, он со взрывчаткой. Ты, я теперь понял. Ой, смотрите, какое-то привидение. Недалеко, конечно, оно улетело. Так, давай-ка я вызову еще шамана сюда. Самое хорошее, ребята, что здесь нет стрелков у него. Вот здесь вот. И мы спокойненько бомбим. Были бы здесь стрелки, это был бы финиш. Просто. А нет, есть стрелки, у него дедок Аркинсон. Но он ничего не может сделать против нас. Ах ты малявка! 2х энергию нам дали. То есть ускоряется, да? Игра. Хорошо. Ускорение так ускорение. А это бесполезно, что он там 2х ускорение. Мы все равно, ребята, здесь заколбасим. Если бы у него была бы еще какая-нибудь магия, то да, тоже, возможно, он бы здесь мог победить. Но не в этот раз. Так, 12 монет. Я уже наизусть запомнил. Так, Розалинда нам достается. И дымчатая попка. 10% мы уже с вами набили. Кстати, вы смотрите, что будет, если мы набьем 60% и 80%. То есть, а на 100 мы получим какая-то карточка у нас здесь. Ну что, поехали. Ребят, вы, кстати, пишите в комментах. Хотите ли вы смотреть продолжение этой игры? А я, в свою очередь, попробую ее снимать. Потому что, на самом деле, она очень сложная, но в то же время прикольная. И хотелось бы, конечно, на ваше понимание. Похож чем-то на кузнеца вот этот чувак. Что он там делает? А это и есть, по-моему, кузнец. Ребят, только скин у него другой. С букетом он вышел тут. Не надо буянить. Так, а вот этот чувак тоже опасен. Я не помню, чем. Что это за монстр? Курицу какую-то вылупил.
Эркинсон, иди отсюда. Ну мой кузнец тут просто бог, ребята. Посмотрите, его никто здесь пробить не может. Так, а вот у него вражеский кузнец, да? Здесь бы, конечно, хорошо было бы, знаете. Опа, что это сейчас за рука такая была? Но она никого не поймала. Она промахнулась. Так, и мы с вами Гер Омлета сейчас завалим, по-моему. Время колдовства, кричит он. Замедляет всех моих, да? Больно же! Ну, конечно, больно, сэр Гер. Сейчас мы тебе немножко еще пощекочем. Все, ребята, разбомбили мы его. Кидрень Фени. Но это вам не основную сюжетку проходить, да? Так-то нас как сосунков валят. Смотрите, уже 14 получаем монет. 5 карточек на Розалинду. И почти ничтожный Джо. Вот это меня удивляет. Почти. Почему не ничтожный? Так, 12%. Фух, недостаточно выносливости. А где у меня, ребят, еще и выносливость, оказывается, есть? А где она? Я не вижу. А где выносливость? А, вот она, ребят, она внизу, оказывается. Ну что же, придется копить, но тем не менее 12% у нас уже есть. А до 20% совсем недолго там осталось. Ну что, 78 уровень. Ой, ребят, не знаю я, как тут проходить его. Слушай, а я могу где-нибудь еще что-нибудь тут подраться где-нибудь? Событие клановый сундук. Это все понятно. Можем здесь, да, немножко с вами подзаработать опыта. Поэтому давайте здесь. Туда сейчас идти, ну, просто бессмысленно, ребята. Там меня просто разбомбят. Вот серьезно вам говорю, поэтому давайте здесь немножко повеселимся. Здесь хоть какой-то шанс есть на выживание, согласитесь. Иди ты отсюда. Оу. Зря я так сделал. Я не думал, что он такая крепкая. По-моему, ребята, это эпический персонаж. Он фиолетовый у нас. Ага, он шамана, ребята, вызвал. Шамана призвал. Так, а у меня алкоголик. Я тоже вызываю шамана. Так, шаман, давай бомби. Отлично. Пошла маза. Так. Сардельки тут продает там. Хот-доги, точнее. Есть. Забомбили. Так, массовая атака от орка. Но он ватный, мы его сейчас должны разобрать. Я еще одного кузнеца призываю. Солидно. Слушайте, ну все, мы сейчас разбомбим этого... Кока, как вот там, сосок или кукок, я не знаю, как правильно тут пишется, наверное, сосок. Все, ребята, соска как будто и не бывало. Мы его победили, и нам дают сундук, конечно же, ребята, опыт, все дела, отлично. Подрастаем прям, ребята, на глазах. И еще есть местечко у нас для еще одного сундучка. Оу, Кейси Диси. Кейси, ну давай, Кейси, посмотрим. Уровни-то тут, конечно, не хиленькие. И восьмые, и пятые, и вторые. Но будем надеяться, что мы будем проворнее. Фотка классная, между прочим. Ну-ка, опа, а? Не поперло тебе, да? Не поперло? Кейси, тебе не прет? Сегодня не твой денек. Давай. Так, алкоголика вызовем. Пускай он тут хиляет. Оу, 5 уровня, ребята, эльф-лучник. Давай-ка шамана призовем, на всякий случай. Ну? Ух ты, как он всех моих, ребята, а? Одним ударом просто всех положил, стрелков. Шаман, успокойся. Давай-ка вот так вот. Розовые полли у нас тут появляется. Так, он будет стрелять. Слушай, а мы, по-моему, здесь выиграем с вами. Ну-да-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай. Как кузнец долго со своим молотом, пока его покрутит в руках, да? Потом только начинает бить. Есть, вражеского шамана убили. И добивочный, да где же добивочный-то? Ну, Кузя, подходи. Пум, готов. Готов, хлопчик. Да, ребята, победа за нами. И мы получаем с вами, опять же, опыта. И кубки. Так, и что же нам? Нажми, чтобы открыть. 84 гема? Нет, это не 84, это 8 часов написано там. А открывается он за 48 гемов. Ребят, я гемы, наверное, не буду тратить. Они нам еще пригодятся. Монет у нас очень мало. Очень мало. А кого-нибудь прапать? Я могу, например, вот этого вот колобка. Прапать 300 монет нужно, чтобы его прапать на второй уровень. Ага, не кисло, да? А что ты вот вообще умеешь? Так, у нее скорость атаки нормальная. Скорость движения быстрая. А что ты вообще делаешь? Атака отбивает между тремя противниками. Отбивается между...
тремя противниками. То есть она стреляет веером, что ли, и она трех противников сразу бомбит. Это, в принципе, неплохо. Так, бюджетный ты нам пока здесь не нужен. А что у тебя здесь? Так, атака повредит всех противников вблизи. Это понятно. Повредит все вблизи случайного места на поле. Ну и перевод, ребят. Атака отбросит противника назад. Вот это хорошо, но это на каком? На пятом уровне. На пятом уровне. Нет, пока это не пойдет. Не для нас это. Что, еще где-нибудь что-нибудь можем мы с вами сегодня пошукать или нет? Не знаю, ребята, сможем или нет. Подарить. Че, будем? Так, а что ты у нас тут стоишь? Получить. Используй любое волшебство. Я использовал. Получил, ребята, 100 монет. Выиграй 10 боев на карте подряд. А главные квесты? Собери героев. То есть мне еще нужно... Ё-моё. А сколько героев-то? Я не знаю. 1000 монет. Приз. Заработай драгоценности. Победи героев. Прокачай героя. Закончи миссию сотую. Угу. Уже закончил, уже бегу и заканчиваю. Так, ну что, будем пытаться мы здесь с вами что-то сделать? Или это бесполезняк просто-напросто? Тут кто сильный? Вот этот охламон и алкоголикс. А вот это вот всего лишь второго уровня, и мы не можем с ними справиться. Ну поехали. Ребята, один разочек я попробую еще. Не знаю, получится у нас что-нибудь или нет. Вот он начинает с этих коняшек. Ага, они ватненькие, ясно. Шаман, давай. Все, я понял. Ты никакой. Против вот этого ты никакущий. Это плохо. И это, ребята, плохо. Так, давай вызовем алкоголикса. Тихо, давай. Обмен. Фух, попал под раздачу. Почему на нас уже висит, ребят, замедление? С какого, блин, перепуга? Кто стреляет? Лучница там. Ну, ребят, вы видите все своими глазами. Тут нас, конечно, наказали. Очень быстро и эффективно. Лучница это еще... Фигово. Ну что, дорогие друзья, давайте, наверное, на этом будем заканчивать. Обязательно с вами увидимся позже, когда у нас восстановится энергия. И я все-таки 1000 монет получу. Ну, соответственно, должен прокачать своих героев. А то, смотрите, 78, 79 и 80 уровень получим сундук. А этот сундук непростой, там довольно хорошие плюшки. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Удачи вам!